Большое кино доходит и до маленьких городов. В ближайшее время в рамках федеральной программы в Фурманове появится кинозал. Разместят его в местном дворце культуры. Сейчас монтаж дорогостоящего оборудования завершается. Открытие запланировано на 26 августа. Всего в этом году в 4 муниципалитетах – Вичуге, Родниках, Фурманове и Тейково – появятся свои кинозалы. Средства выделены из Федерального фонда поддержки отечественной кинематографии. На 5 миллионов рублей закупили современное оборудование, обновили кресла. В Родниках кинозал рассчитан на 150 мест, город Вичуга – 346 мест. И уже сегодня мы можем говорить о востребованности этих кинотеатров. Так, к примеру, в Родниках за 2 месяца посетителями кинотеатров стали уже 3500 человек – в городе Вичуге также более 3000 человек. В муниципальных кинозалах будут показывать те же фильмы, что и в коммерческом прокате. Но основное условие получения гранта – не менее 50% фильмов должны быть отечественного производства. Именно в этих кинотеатрах сегодня стоимость ниже, чем в частных кинотеатрах. Так, к примеру, стоимость составляет от 100 до 150 рублей – это детские сеансы, и до 250 рублей – это вечерние сеансы. Фурмановский кинозал будет самым большим. Там единовременно смогут разместиться 650 человек. Жители города еще помнят, как раньше здесь работали 2 кинотеатра. Рассказывают, без них культурную жизнь муниципалитета полной назвать нельзя. Это хорошая идея. Я думаю, что все дети будут рады, ну и взрослые тоже. И я люблю смотреть разные фильмы, которые как комедии. Мы все ходили в кинотеатр, ходили чуть ли не с 7-8 лет, смотрели мультфильмы. Экран кинотеатра назывался «Дружба». Когда они закрылись? Ой, точно сейчас не скажу. Ну, больше 10 лет назад. Больше 10 лет назад. А знаете ли вы, что в Фурманове будет кинозал? Первый раз слышу. Хотелось бы? Обязательно. Это сплощает, сдруживает. Это нужно. Чтобы раньше посмотреть фильм, надо было уехать за 30 километров из Фурманова и посмотреть там кино. А сейчас? А сейчас это все быстро. Надо дойти 2 шага, и все, ты в кинотеатре. До 25 августа федеральный фонд разыгрывает еще один грант. Участвовать в нем могут города численностью до 500 тысяч человек. От Ивановской области будет подано 5 заявок. От Кинешмы, Наволок, Приволжской, Гавпосада. Если их одобрят, кинозалов в регионе станет больше. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Фурманов.